Так, здесь посмотрели. Поехали дальше. Вот так вот левизия до сих пор цветет. Так, букашник начинает здесь. Но здесь немножко потенистее, это от дома. Так, вот маки еще до сих пор этот вот цветет. Вот уже сколько синих коробочек. Вот если еще будут такие ветруганы. Ой, да что это красивая. Видите, какая нежность. Я забыла, как она называется. Да что нежнятина. Вот там такие простые ромашки. Я говорю, у меня сад живет сам по себе. Вот 2 недели не было. Вот там мак розовенький. Вот там змееголовик. Не знаю, это Рюша или другой. Настя! Вот так. Ладно, вот это наперстянка. Вот сейчас продвинемся. Вот наперстянка, значит, наверное, 3 или 4 цвета разных. Мама дорогая. Тут опять же белая. Вот там роза. Вот там роза цветет. Гипсофилия. А вот там вот... Ой, желтая. Желтая наперстянка. Так. Ой, мама дорогая. Вот там вот. Сейчас проберусь. Вот тут какая-то тут розоватая. Вот это мартагоны. Это мне первый год. Вот там. Вот еще я люблю вот эту гераньку вместе с этим. С вероничкой. Ну, вот тут. Тут так. Лимонник. Клематис. На горочке опять все то же самое. Вот мак цветет уже все лето. Это... Так, травянка, это цветет. Вот так, молодила. Березика. Вот. Вот. Букашничек. Такой красивый. Вот тут вот море. Это как его? Видите, ну, в общем, я снимаю бустер, опять дождь собирается. Вот такая засада. Это вот опять волжанка кокоросшерстная, как-то так. Вот опять закрываться будут цветы. Вот здесь, поэтому. Вот это гипсофила. Ее сколько видно, она уже цветает. Вот это. Так, это. О, господи. Вот вчера был дождь. Колокольчики. Так, это. Вот эти всякие. Я уже это все показывала. Вот это тимьяшка. Это тут уже у качели ячмень гривастый. Вот там снова, ой, блин, извините. Так, их маки, то есть меканопсисы. Уже всяких разных тут расцветок. Это опять мартагоши. Они чего-то в этот год. Такие вот красивые. Это опять колокольчик. Вот там вот цветет роза. Вот такая. Сейчас я зайду. Вот еще эти. Такая нежная наперстянка. Ох, я аж как устала. Вот какие-то разные цвета, совершенно разные. Вот такая. Так, я сейчас отойду, чтобы знать, где какая наперстянка. Вдруг кому семена надо. То я же все забываю. Вот там у меня кашпушки разные. Вот. Так, вот здесь вот. Ячмень гривастый, колокольчик и, ой, господи, ромашки. Ромашек опять же я накидала, вот колокольчиков. Вот там вот этот гвоздичка, это опять букашник. Вот там роза, розочка маленькая, крылья ангела, по-моему. Тут что-то цветет, а еще хочу просто показать. Вот опять начинается. Сейчас. А, вот белый. Меканопсис белый. Тут такой будет белый-белый. Вот. Вот так вот. Вот там вот. Уже. Вот это вот тоже до сих пор цветет. Вот все лето цветет. Да что мне тут наблюдается? Смотрите, какой красивый. Этот. Красивый наперстянка. Вот тут вот разные астранции. Бледно-розовая и такая зеленоватая. Там тоже разное всякое. Вон, девчата, вот видите, как мурится. Вот у меня лес. Море, лес цветов.
цветы, которые растут сами по себе. И сад, который растет сам по себе. Да что, ячмень интересный. Такие смешные нежняшки. Вот. Ну, что еще здесь показать? Так. Ну, это опять же, у меня много гвоздичек разных, колокольчиков. Вот я сейчас все буду убирать отсюда, конечно. Вот это каденопсис. Покажем каденопсис. Иди сюда, детка. Ну, вот он такой. Вот это колокольчик скученный. Синий. Вот так, вот так, вот так. Вот я тебе вам говорю, что сейчас опять начнется. Ну, прям погода в этот год. На самом деле, ужас. Ну, ладно, все, пока.